Эти кинокадры сняты в дни подготовки к полету командира космического корабля «Союз-26» подполковника Юрия Викторовича Романенко и бортинженера Георгия Михайловича Гречко, героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР. Наземные тренировки призваны обеспечить успешное выполнение большой программы работ экипажа в космосе, стыковку со станцией «Салют-6», проведение различных исследований в космическом пространстве. Последние минуты перед стартом. Рапорт председателю Государственной комиссии. С космодрома Байконур запущен корабль «Союз-26». Исследование космического пространства продолжается.